К 2030 году средняя зарплата в России перевалит за 130 тысяч рублей в месяц. Минэкономразвитие определило, когда российская экономика догонит немецкую, а уровень жизни в нашей стране приблизится к показателям стран Евросоюза. Расчеты прописаны в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития России до 2030 года. В нем для российской экономики традиционно намечено три пути. Их главное отличие друг от друга – готовность государства тратить деньги на поддержку роста. И до 130 тысяч рублей зарплата может вырасти при форсированном сценарии. Инновационный даст чуть более 100 тысяч, а консервативный – того меньше всего около 80 тысяч рублей в месяц. Отмечу, что все три сценария базируются на умеренном росте цен на нефть и другие сырьевые ресурсы.